Еще в студенчестве мне понравилось, как отмечают День Победы именно в Ленинграде. Нынче мы выиграли грант о создании музея Рокоссовского в продолжение наших проектов о легендарном маршале. И поездку в Москву к потомкам полководца мы приурочили именно к 9 мая. Решили съездить заодно в Питер, снять там для наших будущих фильмов, роликов и передач парад на Невском проспекте и прохождение бессмертного полка и возложение венков на Пискаревском кладбище. Считаем необходимым принимать участие в патриотическом воспитании молодежи. Это одна из составляющих противодействия преступности. Здравствуйте, я Александра Мяхнова. Уже третий год мы занимаемся проектом по Рокоссовскому, который служил у нас в Бурятии, женился на девушке из Кяхты, и его дочь родилась в Улан-Удэ. Жители республики должны знать о нем как можно больше, особенно молодежь. Брать пример надо с настоящих героев. В эту поездку мы встретились с внуком Рокоссовского уже в третий раз. Он передал в дар будущему музею личные вещи маршала. Также мы считаем, что жители Бурятии должны знать о земляках, которые защищали Ленинград в годы Великой Отечественной войны. И к сведению, в Питер мы съездили нашей творческой группой на свои личные средства, поскольку грант предполагает поездку только в Москву. Мы запечатлели на Пискаревском мемориале церемонию возложения венков и памятный знак с благодарностью к Бурятии. Также мы посетили и Датсан в Санкт-Петербурге. Взяли интервью у настоятеля Датсана, в том числе и о воинах, погибших при защите Ленинграда. Когда в начале 2000-х мы пришли на Пискаревское кладбище, очень многие корреспонденты спрашивали, а зачем вы сюда пришли?
Ну, я сказал, как это, зачем? Вы что, историю не знаете? Здесь, на Ленинградском фронте, погибло очень много наших соотечественников. Выходцев из Бурятии, Тывы, Калмыкии. И когда есть такие свидетельства, некоторые из них, когда их спрашивали, зачем вы стремитесь на Ленинградский фронт, они говорили, что здесь есть Дацан. И я полагаю, что они не только шли защищать свою родину, а защищать, ну, СССР в то время, а они шли защищать свою веру, можно сказать так. Почему так и спрашивали? То есть, это один из вариантов ответа на это. Второй из вариантов ответа, это они думали, что действительно ближе к Дацану, их, вот этот Дацан их защитит, и они могут спокойно вернуться живыми с войны. Вот две таких основных как бы причины, почему сюда стремились наши верующие во время именно войны. По некоторым данным считается, что от 14 до 16 тысяч наших неверующих, не сказать, но тем не менее выходцев из буддийских регионов именно погибли на Ленинградском фронте. Наше участие заключается в том, что мы минимум два раза в год ходим на Пискаревское мемориальное кладбище. Мы возлагаем венки в центральной стеле и одновременно идем и возлагаем ходаки. Вот я обычно иду с белым ходаком. Это с чистой совестью, с чистым сердцем, с искренней душой. Как бы, чтобы все погибшие там переродились, благие рождения получили. И таким образом приходим также и к нашему мемориалу выходцев из Бурятии. И здесь как раз именно выходцев из Бурятии, потому что для буддистов национальность не имеет никакого значения. Кроме этого, мы сняли и парад на Дворцовой площади, и прохождение бессмертного полка по Невскому проспекту. Москва за нами, и помнится, вперед Бородина. Учили нам отцы всесильное оружие, к родине своей присягу принесли. Мы будем верою и правдой. Сегодня мы показали вам краткий отчет по нашей поездке в рамках гранта в Москву и Санкт-Петербург. Подробно все будет показано в наших будущих фильмах и передачах. И вновь хотим напомнить, лучше учиться на чужих ошибках, чем совершать свои. С вами была Александра Мяхонова. До скорых встреч!